FIFA 16 Ultimate Team, монеты, а также другие игры вы можете приобрести на сайте krabo.ru. Ссылка в описании. Здравствуйте, с вами Ёжик, и мы продолжаем свой путь в проекте под названием Fatal. В прошлый раз я предложил вам на выбор две пары. Косельны вместе с Рэмзи и Батланд вместе с Отаменди. И с преимуществом в 0,1% победила пара Косельны и Рэмзи. Я так понимаю, сейчас есть повод порадоваться у болельщиков лондонского Арсенала. Приходится прощаться с двумя игроками. Первый из них — Александр Тетти. По факту сыграл 4 матча, один там был с дисконнектом. Забил один гол и отдал 3 ассиста. Молодец, Александр, спасибо, удачки. Ну и Джейсон Динайер. Динайер, который не сказал бы, что играл плохо, но был явно послабее напарника по команде Кабасела. Поэтому именно Джейсон покидает нашу команду. Аарон Рэмзи. Рэмзи, который провел просто фантастические матчи в рамках Евро-2016. Получал эмотом карточку и не одну. В общем, я надеюсь, что он будет играть не хуже в моем составе. В центре обороны. Теперь у меня будет стоять Лоран Косельны, который провел весьма таки солидный сезон за Арсенал. Таким вот образом выглядит мой состав в данный момент, и я готов. Как вы заметили, Лофтус-Чик теперь у меня стоит в центре. И да, я мог его еще раньше поставить туда, для того, чтобы у него была зеленая связочка с Дели Алли, с Азаром, но... В центре у меня стоял Тетти для того, чтобы отбирать мячи, вступать в отбор. Но Лофтус-Чик очень-очень-очень хорошо себя проявил в предыдущих выпусках, поэтому я ему доверяю. Вау, это просто Штутгарт. Зачем? Аарон Рэмзи уже с мячом и уже показывает, зачем он в этой команде. Рэмзи, а лонгшот! Аарон Рэмзи, ничего себе начало! Вот это трансфер мы с вами, друзья, оформили. Вы выбрали мне этого игрока, спасибо вам, посмотрите. Посмотрите, как он сразу начинает. Шикарный удар, потрясающий удар. 1-0, ну и начало. Лукаку, на Азара, хорошо. Эден Азар, можно делать. Удар, нет, блок. Рэмзи вступает в отбор, просто умница. Эден Азар на Лукаку. Ударная позиция и удар, вратарь на месте. Пытается растянуть меня соперник. Все правильно делает по факту, потому что у него 3-5-2. Дели Алли лонгшот. Рэмзи показал уже. Ничего себе, хороший удар, но потрясающий сейв. О, Хеннесси, ты что, спятил? Что это было? Что за непонятное движение? Удар с центра поля, что ты творишь? Неплохо. Можно врываться в штрафную площадь. Опасно, может быть, передача? Удар! Отличный подкат, просто Лоран Косельны. Есть вариант на Лукаку, хорошо, Лукаку принял в дальний угол. Вратарь на месте, Лангерак, и тут ошибка, Морес, что за удар. Эден Азар на Лукаку, и это 2-0, уверенные, плюс 50 тысяч монет, потому что первый гол 20 тысяч, сейчас гол Лукаку 30 тысяч, а это плюс 50к. Эден Азар сделал этот гол, и Лукаку не промахнулся, несмотря на то, что бил с правой. Не все удары у меня из пределов 15 метров, было пару лонгшотов, все потому, что есть в составе Аарон Рэмзи, почему бы не стрелять, если дают, тем более, что первый гол вам все показал. Неплохо мы прессингуем, у соперника вот вопросы, что делать с мячом. И в конце концов он сейчас будет ошибаться, мне кажется. Лукаку, лонгшот! Вратарь на месте, опять-таки Лангерак. Просто убивает время таким образом, потому что действительно я не увидел ни разу, чтобы он грамотно таки вышел таким образом в атаку. Тем не менее, мы в атаке, и Лукаку 3-0 без офсайда. Ромелу Лукаку, еще плюс 30 тысяч монет. Получилось. О, ничего себе, какой навес. И можно на Рэмзи вывести. И Рэмзи удар в касание. Ой, какой сейф, Лангерак. Несмотря на то, что команда его горит, Лангерак все-таки тащит. Давай сыграй ему. Эден Азар 4-0. Фух. Отличный подкат. Кабаселы подучился у Косельны. И вот сюда такой вот вбросик на Мореза. Тот скинул на Лукаку. Лукаку зацепился, скинул на Рэмзи. Рэмзи остался с мячом. Рэмзи, ударная позиция. Неплохо, но Лангерак показывал в этом матче, что несмотря на 4 пропущенных, он готов. Давай! Лукаку, отлично! Ну-ка! Шире! Ой-ой! Ух ты! Нет. Слишком умно я хотел сыграть, но в этом весь я, когда я веду в счете там в плюс 3 мяча или даже в плюс 2 иногда, я начинаю созидать что-то
слишком умные, чем просто удар. 4-0, неплохо. Рэмзи, Азар и Лукаку — это вместе 100 тысяч монет. Давайте взглянем на состав нашего второго соперника. И здесь у нас МЛС. Давид Вилья, Дос Сантос, Кака. Сегодня везет мне с составами соперника, если честно. А вот тут теперь Азар. Хороший пас от Лукаку. Эден Азар может прострелить на дальнюю. Тут Морес врывается. Как он не попал с его-то исполнением, а? Возлагают. А вот и Морес. Морес отрабатывать взялся. Морес можно навесить на Азара. Здорово! О-о-о, вот это уровень, друзья. 1-0. Эден Азар. Как он здесь умудрился попасть? Вот это действительно уровень. Хотя... ну да, от Мореза передачка также получилась весьма солидная. Как Эден Азар здесь умудрился? Красота! Сложиться вот, сложить корпус именно так, чтобы забить гол с такого угла, это действительно класс. Молодец, Эден Азар, 1-0. Хорошо, Рэмзи! Вот реально, Рэмзи — это просто бомба. Ах, блок. Азар. Азар. Эден Азар. 2-0. Ромелу Лукаку плюс 30 тысяч, в итоге у нас опять плюс 50 тысяч, но я вам скажу, что этот гол сделал Эден Азар, паренек. Смотрите, как легко. В атаке соперник по флангу, можно вешать в принципе, но он не вешает и зря. Ван Анхольд с мячом. Конец первого тайма, опять-таки все под контролем, все легко, никто мне тут ничего не показывает. Вот так вот, да? Морес. Пяточкой Лукаку не дал. Давай, давай, давай. Дела Али, ударная позиция. Нет, мимо. Азар. Эден Азар ускоряется. Можно отдать вот сюда, никто пас не ждет. И тут убрать, здорово, и забивать. Удар, вратарь, удар. Вратарь, удар, нет удара. Офигеть, вот это он там натащил, а. Да, ну тут балерин еще помогает. Без шансов, короче. Ух ты. Серьезно? Я в шоке. Брэдли, что ли? Блин, ну как дать так-то? Контролируем спокойно ситуацию, он взял. Так, нужно просыпаться. Просто гениальный прием мяча от Белерина, ничего не скажешь. Не хватает мне сейчас... Ох ты! И скинул. Что это за пас? Давида Вилью меняет, и выходит Мауру Икарди. На Белерина, тот на Мореза. И Морез, Морез, как же тяжело ты там разгоняешься, Морез. Что же мы будем с тобой делать потом? Пешеход, блин, на фланге. Зроза. Недоволен я такой игрой, честно говоря, потому что я хочу забивать больше. А центральная линия сдувается чуть-чуть. Поэтому мне кажется, что стоит будет сейчас укрепить нам центральную линию. Хотя, возможно, и Кабасела с Хеннесси под вопрос поставить. Сейчас будем думать. В любом случае, в этом матче я получаю 30 тысяч монет. В первом матче я заработал 100 тысяч монет. Во втором матче я заработал 30 тысяч монет. Математика проста. 130 тысяч у меня на трансферы. Итак, вам предлагается на выбор два варианта, как обычно. Вариант первый. Аймота Мотаменди и Информ Хендерсон. Вариант второй. Тотс Батланд и Гюндоган. Ссылка на голосование доступна в описании. Ну а на сегодня все. С вами был Ёжик. Если видос вам понравился, ставьте лайк. И не забывайте подписываться на мой канал, потому что совсем... совсем скоро здесь начнутся жесткие рубки между всеми участниками проекта под названием Fatal. До встречи и всего хорошего. Вот и слепил такой состав. Эти трое плюс игроки, которые вылетали в бесплатных паках, где карточки не продаются. И чтобы было веселее, после первого матча докупил героя неофициального гимна Евро 2016. Will Griggs on fire.